Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской Церкви в Оксфорде. Мы все еще разбираем курс под названием «Основы христианства», а именно «Крещение в Святой Дух». Основополагающие истины, перечисленные в послании к евреям 6 главе. Павел называет их начатками учения и говорит, что их нужно знать до того, как перейти к совершенству. Это первое — обращение от мертвых дел. Второе — вера в Бога. Третье — учение. Четвертое — крещение. Пятое — возложение рук. Шестое — воскресение мертвых. И седьмое — суд вечный. Сегодня мы говорим о крещениях. Мы уже выяснили, что крещение три, и как они важны для христианина. Первое — это крещение во Христа, которое происходит во время спасения. Когда вы креститесь во Христа, Христос входит в вас. Так мы рождаемся свыше, и Дух Божий входит в нас. Как говорит Писание, все мы пьем от одного Духа. Слава Богу! Итак, первая часть Божьего обетования о Духе исполняется в момент нашего спасения. В результате этого крещения мы получаем Дух Божий внутрь нас. Второе крещение — это крещение в воде. С Его помощью мы публично свидетельствуем и демонстрируем все, что произошло с нами в результате спасения. Когда мы уходим под воду, это прообраз того, как наш ветхий человек, наша старая природа, умирает со Христом. Затем она похоронена под водой. А когда мы выходим из воды, это символ нашего воскресения вместе со Христом. Это перерождение нашего духа. Мы становимся новым творением, у которого Дух Святой внутри. Итак, водным крещением мы провозглашаем, что Бог сделал для нас в результате нашего крещения во Христа. Третье крещение — это крещение во Святой Дух. Из Деяний апостолов мы знаем, что все новообращенные христиане получали все три крещения одно за другим. И это было обычным делом. Часто это происходило в один и тот же день. Не всегда, но довольно часто. Поэтому это нормально, если мы получаем эти крещения одно за другим. Основополагающее крещение — это крещение во Христа. Затем, если мы послушны, мы крестимся в воде, а если мы подчинимся Богу, то можем получить и крещение в Дух. Это лучшее начало христианской жизни. Как мы уже говорили, цель крещения во Святой Дух наделит нас силой для служения. Мы имеем Дух внутри. Он для нашего личного хождения с Богом, личной святости и личного благословения. Но нам также нужна сила Его Духа, чтобы принести эти благословения другим. Это как благословение Авраама, у которого тоже было две стороны. Бог сказал: «Я благословлю тебя и сделаю тебя благословением». Бог благословляет нас, но еще делает нас благословением. А вот в чем смысл крещения в Духе. Мы становимся благословением для людей. Величайшее благословение, которое мы можем принести людям, это рассказать им Евангелие. А еще мы можем делиться с ними Словом Божьим, чтобы они становились более зрелыми учениками Иисуса. И для этого нам нужна сверхъестественная сила Божия. Почему же Бог не забирает нас на небо сразу после спасения? А потому что у Него есть для нас миссия на этой земле, и мы используем наши дары и призвания, чтобы исполнить ее. Крещение во Святой Дух активирует ваши духовные дары ради исполнения Божьей миссии. Мы уже говорили о том, что двустороннее служение Духа в Новом Завете — Дух внутри нас, это новое рождение, и Дух на нас, это крещение во Святой Дух, было предсказано еще в Завете Ветхом. В книге пророка Иезекииля Бог сказал: «Дух новый дам вам, вложу внутрь вас Дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих». То есть в Новом Завете все верующие получат Духа Божьего внутрь. В Ветхом Завете это было невозможно. Но в Новом Завете, благодаря новому рождению, мы имеем Дух внутри ради нашего личного благословения и личного хождения с Богом. Но Иаиль пророчествует, что в Новом Завете все будет иначе.
и будет после того, и зальет Духа Моего на всякую плоть. И далее мы читаем, что результатом этого излияния Духом будет проявление даров Духа, видений, исцелений, чудес и так далее. Итак, Дух Божий на нас, обещанный всем верующим, дан, чтобы наделить нас силой для свидетельства. Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете моими свидетелями. Мы говорили о том, что, рассказывая о Мессии, Иоанн Креститель упоминал, что он будет крестить нас в Дух. И он сравнил это с водным крещением. Это прекрасная аналогия. В Евангелии от Матфея, 3 главе, 11 стихе сказано: «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Он будет крестить вас Духом Святым». Иными словами, как я погружал вас в воду, и эта вода покрывала вас, также Иисус будет крестить нас в Дух Святой. Мы погрузимся в Дух Святой, то есть Дух Святой будет на нас. Сам Иисус в Деяниях, 1 главе, 5 стихе, сказал так: «Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней будете крещены Святым Духом». Иисус произнес эти слова незадолго до Пятидесятницы, когда ученики крестились во Святой Дух. Именно тогда они получили силу, чтобы быть свидетелями. И именно тогда Церковь начала быстро расти. Все благодаря этой силе. В жизни Иисуса мы тоже видим двухстороннее проявление Духа, потому что Он — наш пример и представитель. Иисус был рожден от Духа, а значит, Он имел Духа Божьего внутри, от самого рождения. Он прожил идеально святую жизнь, и Ему не нужно было крещение во Святой Дух для личных целей. Он пошел на это, чтобы стать благословением и получить силу для служения. Писание говорит: «Иисус, крестившись, молился. Отверзлось небо, и Дух Святой не шел на Него в телесном виде, как голубь, и остался на Нем. Теперь Он был облачен в силу Святого Духа. До этого Он не совершал чудес, но теперь Он мог проповедовать». В Евангелии от Луки, 4 главе, 18 стихе, Он сказал: «Дух Господа на мне, потому что Он помазал меня возвещать бедным радостную весть. Он послал меня провозглашать свободу пленникам, прозрение слепым, освободить угнетенных, возвещать год Господней милости». Вот для чего нужно крещение в Дух. Итак, у Иисуса это процесс тоже состоял из двух этапов. Он был зачат от Духа, но ему также нужен был Дух на нем, чтобы совершить свое служение. И Он наш пример. Итак, когда мы рождаемся свыше, Дух находится внутри нас, но нам также нужно принять Духа Божьего на нас, чтобы исполнить свое служение. Иисус описал этот процесс в своем учении о живой воде. Он сказал самаринке у колодца: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Здесь Он описывает работу Духа внутри нас. Когда мы рождаемся свыше, внутри нас появляется поток, соединяющий нас с Богом. И в нашем Духе появляется вечная жизнь. Это живая вода внутри, и есть Дух Божий внутри нас. Но есть и другое переживание, описанное Иисусом в Евангелии от Иоанна, 7 главе. Там говорится о потоке, вытекающем из нас, чтобы благословлять других. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него».
Это крещение в дух. Теперь мы не только имеем дух внутри, для себя, но и позволяем Духу Божьему сойти на нас, а потом течь через нас к другим, как реки живой воды. А вот что нам нужно. Иоанн Креститель в Евангелии от Иоанна 1 главе 33 стихе передал слова, которые ему сказал Бог. «На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Речь идет об Иисусе. Он получил крещение в Дух, и теперь Он дает это крещение нам. Иисус получил его для служения, и нам Он тоже дает его для служения, и чтобы быть благословением для других. У апостолов тоже был этот опыт, состоящий из двух этапов. В Евангелии от Иоанна 20 главе 22 стихе сказано, что в вечер воскресения Он дунул на них и сказал: «Примите Святого Духа». То есть тогда они родились свыше. Он передал им Духа Святого, и теперь они имели Духа Божьего внутри. Это стало возможным лишь потому, что Иисус умер и заплатил за это. Он вложил в них Дух Божий, как это было с Адамом во время сотворения. Бог вдохнул в него дыхание жизни. Это символ того, что Иисус делает для всех нас. Он вдыхает в нас свой Дух. Так мы рождаемся свыше, и теперь Его Дух внутри нас. Итак, ученики имели Дух внутри, но затем Иисус стал готовить их к чему-то новому. Он сказал, что это еще не все. У служения Святого Духа есть еще одно измерение, с которым вы еще не знакомы. Его смысл в том, чтобы дать вам силу для служения. Не пытайтесь исполнить его без этой божественной силы. Иисус сказал: «Вы же свидетели сему, или свидетели мои, но чтобы быть моими свидетелями, вам нужна сила. Я пошлю обетование Отца моего на вас, а вы оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше». Почти то же самое он сказал в конце 40 дней, которые провел с ними перед своим вознесением на небеса. «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены или погружены Духом Святым». Далее он говорит о цели этого крещения. «А вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Благодаря помазанию силой Святого Духа, Иисус не стал лучше, как человек. Возможно, вы думаете, вы хотите сказать, что одни христиане лучше других, потому что они приняли крещение в Дух? Нет, это крещение не для вас и не для того, чтобы сделать вас лучше. Дух внутри вас делает вас тем, кто вы есть во Христе. Но такое крещение дает вам силу для служения. У каждого из нас свое помазание, но Бог имеет помазание для всех нас. И нам нужно принять это помазание от Бога. Вам нужно креститься в Дух Святой. Это не сделает вас лучшим христианином, но даст вам силу для выполнения Его работы на земле и для того, чтобы быть Его свидетелем. Итак, в день воскресения Иисуса ученики получили Духа внутрь, а в день Пятидесятницы Дух сошел на них. В день Пятидесятницы Дух Святой сошел в виде огня и опустился на каждого из них. Дух Святой был на них. Все они исполнились Святым Духом и начали говорить на разных языках. Эту способность давал им Дух, как вы видите. У этого явления было две стороны. Во-первых, Дух Святой сошел на них, но это тот же Дух, который уже внутри них. Итак, чтобы тот же Дух, который в них и на них,
наполнил, он должен был пройти сквозь душу и покрыть тело. Это требует от нас подчинения, когда мы в теле и душе повинуемся исполнению Божьей воли и Его миссии. Это позволяет Духу Святому наполнить нашу душу и взять контроль над нашим телом. Для этого мы должны сказать Богу: «Господь, я хочу исполнять Твою миссию на этой земле. Я подчиняю Тебе мою душу и тело, чтобы Дух Святой пришел и наполнил меня. А чтобы Дух сошел на нас, нужно, чтобы Он наполнял нас изнутри. А доказательство того, что Он наполняет нас и контролирует наше тело, это говорение на иных языках. Это внешнее доказательство крещения во Святой Дух. Когда вы говорите на языках, вы говорите то, что дает вам говорить Дух Святой. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Это означает, что теперь их язык повинуется Духу Святому. И это видимое доказательство того, что Дух Божий на них. А вот вам пример того, как выглядит крещение в Святой Дух. Сказано, что все они наполнились Духом, и все заговорили на иных языках. Говорение на иных языках доступно всем верующим. Это общая концепция. Итак, еще раз. Все они заговорили на иных языках, и это доказательство того, что они крещены Святым Духом. В 11 главе книги Деяний говорится о том, как язычники были крещены во Святой Дух. Петр подтверждает, что в первой главе ученики получили крещение в Святой Дух, а затем то же самое получили и язычники. Он говорит, что с язычниками в 10 главе произошло то же самое, что случилось и с ними, с евреями, в день Пятидесятницы. А затем он называет это крещение во Святой Дух, то есть это не просто спасение. Петр говорит: «Когда я начал говорить, на них сошел Святой Дух так же, как он сошел в начале, то есть в день Пятидесятницы, и на нас, на евреев». Тогда я вспомнил слова Господа. Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Святым Духом. Тут он объясняет нам, что язычники крестились во Святой Дух. Тоже двухэтапное крещение мы видим на примере Самарян из 8 главы Деяний апостолов. Там сказано: «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромые исцелялись. И была радость великая в том городе». Итак, они, вне всяких сомнений, были спасены. Они услышали Евангелие, поверили в него, и Дух Божий был внутри них. Но затем сказано: «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого». Это не совпадает с теологией многих людей. Они были спасены и приняли Духа внутрь. Но было еще одно принятие Духа на них. И это ясно из следующего стиха. «Помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них. А только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Очевидно, что было какое-то доказательство того, что они приняли Духа Святого. Это не было чем-то непонятным. Они знали, что раньше на них не сходил Дух Святой. А почему? Потому что они не говорили на иных языках. Но теперь, когда на них возложили руки, они приняли Духа Святого. Значит, было какое-то тому доказательство. Далее сказано, что Симон колдун что-то увидел.
То есть это не было только внутренним переживанием. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, «Дайте и мне власть, Симон, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Должно было произойти что-то зрелищное, что впечатлило этого оккультиста настолько, что он тоже захотел это иметь. Но Петр сказал ему, «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет себе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом». Тут есть проблемы с переводом. Вместо слова «всем» стоит слово «логос», что значит «в этих словах» или «в этих изречениях». Иными словами, Симон желал иметь способность наделять людей говорением на иных языках. Петр сказал ему, нет себе части в этих изречениях. Хотя тут не сказано прямо, что они говорили на иных языках, но мы знаем это из истории церкви. А еще вы можете сами прийти к этому выводу, потому что речь идет о сверхъестественных изречениях, которые являются доказательством их крещения во Святой Дух. Опять же, это были два этапа. Через Филиппа они были спасены и получили Духа внутрь, а через возложение рук апостолов Дух Святой сошел на них. То же самое мы видим в жизни апостола Павла в 9 главе. Павел принял спасение по дороге в Дамаск. Он увидел воскресшего Христа и назвал его Господом. А позже Бог велел Анании пойти в дом Павла и помолиться за него. Анания пошел и вошел в дом, и возложив на него руки, сказал, «Брат Савл», то есть Савл стал верующим. «Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Это совсем другой опыт. И вдруг он прозрел и, встав, крестился. В этом месте не сказано, что Павел заговорил на иных языках, но мы знаем об этом из послания к Коринфянам. «Я более всех вас говорю языками». Получается, что Павел наполнился Духом и заговорил на языках через три дня после своего спасения. А в 10 главе Деяний мы читаем о языческой Пятидесятнице. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Обратите внимание, что здесь, как и во второй главе, они поняли, что на них сошел Дух Святой, потому что они услышали, как те заговорили на иных языках и величали Бога. Иными словами, внешним доказательством крещения во Святой Дух является говорение на иных языках. Это было единственное доказательство, которого они ждали, и поэтому они его приняли. Для апостолов это было неопровержимое доказательство. Тогда Петр сказал, «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» То есть они пережили то же, что и апостолы, и доказательством тому было говорение на иных языках, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. А вот как Петр потом описывал эти события, «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». То есть Петр называет это крещением во Святой Дух с говорением на иных языках. А в 19 главе мы видим подобный двухэтапный опыт у Ефесян. Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа уверовав?» Этот вопрос снова доказывает, что есть два этапа принятия Духа. Он понял, что они были верующими во Христа, но не знал, приняли ли они Святого Духа. Конечно же, они имели Дух внутри, но он хотел убедиться, что они еще и крещены во Святой Дух. Если мы принимаем от Духа Святого все, что нужно, во время спасения, тогда этот вопрос не имеет смысла. Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой.
И тогда он начинает понимать, что они еще не христиане. Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Во время водного крещения мы крестимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. А они даже и не слышали о Духе Святом. Следовательно, они еще не были спасены. Они отвечали во Иоанново крещение. Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. То есть вы сделали первый шаг, а теперь нужно сделать второй. Вам нужно поверить во Христа». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Теперь они точно были спасены. Они услышали, поверили, и Павел крестил. Они уже спасены, но при этом еще не крещены во Святой Дух. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. То есть крещение в Дух — это когда Дух сошел на них. Это произошло после их спасения. Может, всего через несколько минут после их спасения, но тем не менее, это был совсем другой опыт. Дух Святой сошел на них, и все они заговорили на иных языках. Итак, из Деяний апостолов мы видим, что это нормально, когда крещение во Святой Дух — это отдельное событие уже после спасения. А доказательство этого крещения — говорение на иных языках. То, что вы спасены, не означает, что вы крещены в Дух Святой. Об этом нужно просить Бога, и тогда вы получите силу, но не просто так, а для исполнения великого поручения, исполнения воли Божией для вашей жизни. А говорение на иных языках — это доказательство крещения. Это доказательство имели апостолы, и это доказательство они видели в жизни других верующих. Они не искали и никогда не просили других доказательств. В Новом Завете и нет никаких других доказательств, кроме говорения на иных языках. Поэтому не довольствуйтесь тем, что вы еще не говорите на иных языках. Это вам доступно. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях. Наши служения проходят каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Cheyne School Hall, Хэддингтон, Оксфорд.